Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджанская республика 29 декабря 2021 года при посредничестве Венгрии передала Армении 5 армянских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Госкомиссии Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести граждан. В ведомстве отметили, что все они были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кельбаджарском направлении границы. Указанные 5 человек являются гражданами Армении, военнослужащими сверхсрочной действительной военной службы. Это Абрамян Саркис Артурович, Хачатрян Арман Вачаганович, Агаджанян Вагес Сусунович, Хачатарян Сурен Ливаевич и Аветян Арам Артемович. Отметим, что 26 ноября, 4 декабря и 19 декабря нынешнего года Азербайджан вернул Армении 21 военнослужащего. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.